Итак, вот вошел я во вторую лабу. Ну, то есть первую я уже прошел, для второй выполнил испытание. Вот. В общем, я перешел с хардкора на софткор SSF. Харбрингер софткор SSF. Почему SSF, я не знаю даже. Возможно, следующую лигу я не буду на нем играть. Просто хотелось чего-нибудь, не знаю, такого поинтереснее. На SSF все-таки поинтереснее играть, чем на обычном софткоре, да? Вот. 65-й уровень. Лаба тут какого? 55-го, да, то есть. По сути, должен быть ваншот Зария. По идее, потому что реально. Вообще любимый билд, я скажу. Просто я чуть-чуть подзабил на игру в этом сезоне, а так это вообще мой любимый билд, он реально жесткий, убивающий все. Это раньше ведьмачка играли. Это вот, как видно, тень. Раньше играли ведьмачка и Essence Drain, потому что там энергетического щита можно очень много было накопить. Теперь, ну вот, энергетический щит понерфили. Теперь играют не ведьмачкой и оккультисткой, а тенью. Так. Не туда, а под... Да, не туда. Тут должен быть прямой проход дальше. Так. Ну, мне тут особо дамажить не должны, конечно. У меня 9329 урона хаосом в секунду. Это без бафов, без зарядов. Сейчас покажу. Я когда первую лаву прошел, я выучил вот быстрый убийца. То есть у меня заряды ярости, энергии при убийстве и появляются, и за каждый заряд увеличивается постепенный урон. Теперь я выучу вот эту фигню. Вот эти два умения увеличат постепенный урон, реген. Не помню же я вторую лабу, точно не помню. На самом деле, потому, может быть, скажи, достаточно долго это прохождение. Просто скажу, что зачистка охеревшая вот этого билда. Даже, ну вот тут эта локация очень низкого уровня для меня, да, я согласен. Но даже локации достаточно высокого уровня я быстро прохожу. Вот. Лаба очень хорошая, лаба раньше была тяжелее. Ну, как тяжелее, длиннее. Сейчас слабую сделали, короче. Сейчас посмотрим. Под бафами у меня где-то 10к, там 10к с лишним постепенного урона в секунду. А так 9429. Сейчас посмотрим. То есть тут и зачистка, и по соло цели урон. То есть... И гениально на самом деле, обожаю. Ну, это мой любимый билд, вот я сказал. Изи. А, я думал, все уже. Нифига. Тотем с увяданием обязательно. Изи. Ну, почти ваншот. Почти. Почти ваншотнул. Вот, лаба хорошая, короткая, как я сказал раньше, длиннее была. Короче, на инфекцию. Ну, я думаю, не надо объяснять, как это работает. Просто инфекция распространяется с умерших врагов на ближайших. И с ней вместе Essence Drain. Вот как это работает. И в чем суть на инфекцию? Я поставил расширенную площадь и фастер кастинг, потому что инфекция долго кастуется, как черт лагает. Итак, второй из Зарии, так сказать.
Вторая стадия. Кстати, я дополнительные локации не прохожу. Я тупо прохожу только самого вот Изария. То есть я не захожу там в дополнительные локации, там еще что-то. Я именно бегу за самим Изарием сразу. Не хочу тянуть время просто. Как можно быстрее, чтобы выполнить лабы. Изи. По сути, я его ваншотаю почти. Вот сейчас получилось еще быстрее, чем в прошлый раз. Это последний этап, третий. Вот это хреново, тут ловушки. Вот в первой лабе нет ловушек на третьей стадии, а тут уже есть. Кстати, этот билд у меня еще не закончен, то есть в окончательном варианте он не так будет выглядеть, если что. Оп, разбайтил. Вот в конце он будет выглядеть по-другому. Готов. Почему только один ключ? Это хреново. Ладно. Что ж, достаточно легко. Легко получилось. Вот я думаю построить свой билд, чтобы у меня броня и ловкость. Ну, броня и уклонение было. Я не знаю прям точно, как это будет, но я думаю, вот что-то такое. Баланс такой, брони и уклонения. Лагает, черт, ну ладно. Так, сапоги. Добавляет от 44 до 64 урона хаосом, если вы недавно получали критический удар. Ну, в принципе, звучит для меня неплохо. Должен сказать. Вот у меня кап-резисты, кроме молнии. К молнии только 66%. И у меня резисты к хаосу есть. То есть у меня минус 10%. Хаос 13 уклонения. Ой, 13 брони, 32 уклонения. Ну тогда это еще не окончательно. Мне еще шлем бы нормальный. То есть посмотрим. Так. Вот это я вкачиваю, не думая. Увеличение постепенного урона, увеличение регена. Отлично. Вот дальше я не знаю в третьей лабе, потому что тут сомнительные, ну, сомнительные, так скажем, следующие вот эти пассивки сомнительные, я даже не знаю, что взять. Наверное, вот это вот наоборот. Ну, плюс к энергощиту мне не нужен, как мне кажется. Я вот не за то, что я через ХП, очевидно, буду играть. Потому не знаю. Что ж, как-то так, я доволен уроном. 9, 10к урона почти. 10к урона в секунду. 65 уровень, то есть отлично, вот взял, по сути, ваншотнул за арену. Итак, вот я вошел на карту, на первую джунгли. Это вот тут в эпилоге квест, который дает Занна, типа, дает карту на выбор. Вот этот квест. Вроде пока нормально идет. Все-таки реген у меня хороший уже с Эссенс Дрейна. Босс. Пиздец меня дамажит. Есть изи. О, это еще и пророчка. Ну что ж, как-то так. Босса убить смог. Карта тир-2 выпала, но... А, даже 2 тир-2. Но опыт очень хорошо, очень быстро идет.
Ну вот, не знаю. Короче, надо смотреть. Вроде нормально. Посмотрим. Надо все-таки доделывать билд еще. Как-то так. Ну и да пройти третью лабу, конечно.